Выступивший против однополых браков пастор Луи Джилли отказался благословить Обаму. Священнослужитель должен был сделать это после инаугурации президента США 21 января, сообщает христианское информационное агентство Lately. Причиной для отказа послужила публикация в интернете фрагмента проповеди, в которой пастор призывает христиан решительно реагировать на вызовы современной повестки дня и предупреждает, что распространение однополых браков подрывает все устои общества. «Для меня большая честь быть приглашенным для благословения президента на инаугурации 21 января. Но мое заявление, сделанное 15-20 лет назад, сводит на нет усилия всех тех, кто организует инаугурацию», – заявил священнослужитель. Отмечается, что он был выбран за заслуги в борьбе с торговлей людьми и сексуальным рабством. Представители оргкомитета церемонии отметили, что не были осведомлены о высказываниях пастора.